Простите, я совсем забыла. Стефан, не хотел бы ты зайти в мой дом? Я с радостью. Спасибо. Тебе что, 12? Но одному из нас точно. Если я приглашу тебя, ты обещаешь слушаться нового владельца дома? Нет. Я серьезно, Дэймон. Все будет, по-моему, ты обещал. Никакой лжи, никаких секретных планов. Помнишь? Да, Елена, конечно. Тогда, пожалуйста, заходи. Молчать. Спасибо. Подождите, вы куда? В школу. А? Не-не-не, мы отдали тебе дом не для того, чтобы ты из него выходила. Ведь Клаус где-то там, мы это знаем наверняка. Ну да, но где он? Никто не знает. Послушайте, я правда ценю то, что вы для меня делаете. И я смогу спать здесь, зная, что мне ничего не угрожает. Но я не готова быть здесь заключенной. Как скажешь, Елена. Не беспокойтесь, я готова. Как только он покажется, я с ним разберусь. Я знаю как. И, по-моему, рядом с Бонни сейчас безопаснее всего. Идем.